Николаевич, вот эти все упражнения, которые вы даете подготовительные, вообще зачем они нужны? Не, ну, во-первых, главный принцип, я когда еще учился в высшей школе тренеров, мне Чумаков, Сычев говорили, что чем больше соответствия будет соревновательного режима и тренировочного, тем выше будет результат. Поэтому я на тренировке делаю только то, что есть на соревнованиях. То есть я даю те позиции, которые встречаются часто на соревнованиях, и когда спортсмен попадает в них, он уже ориентируется. У меня очень редко бывает вот просто борьба. Потому что когда люди борются, например, в партере, они там за 5 минут в лучшем случае, может быть, пару вещей сделают на двоих там. А вот сколько вот такие упражнения надо постоянно давать в тренировочном процессе? Я постоянно даю. Но они способствуют еще более лучшему разогреванию организма? Да, во-первых, в партере нет амплитудных движений, трудно травмироваться. Во-первых, идет все время такое натуживание, кровь циркулирует, человек прогревается. Я помню, я во Францию приехал один раз, вообще не был размят. 3 минуты, борьба лежа, 3 минуты, и смена, смена, смена. Вот они вот так вот размялись. Давай, 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 давай
защото потребна капната на лакова. Това на купата в Чехия дадах шампанско макет. Вот я взял. Очень много стандартных ситуаций, особенно по разводению животных. Но здесь должны быть одно-два хороших человека, которые могут вот если вы еще помните, Оля пишет, я вас кучу можно перейти на удержание. Движение примерно то же самое было, смотрите. Он и твиттер туда правил. Георгий, запомни, запомни. Да, 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 да